Сегодня в Самаре Россия играет со сборной Уругвая. Чтобы точно посмотреть матч, организаторы советуют приходить на фестиваль к чаше за 2-3 часа до начала игры. Также нужно знать правила посещения фан-зоны и список запрещенных к проносу предметов. 2500 многодетных семей смогут выбрать землю под строительство. Казань получила участки из федерального реестра. Начнется освоение больших дербышек Кульсиитова, поселка Сокуры-Лайшевского района и Каймары Высокогорского. В Нижнекамске появились свои алые паруса. Школьный выпускной впервые устроили на набережной Камы. Название – символ креативного бала – «Желтые кеды». Праздник, который станет ежегодным, собрал больше 1000 выпускников. Всего в республике школы закончили 15 437 ребят.